Это, короче, картошечка жарится с лучком. Это кисель я поставил, вот навел. Ништячки будут. По-скромному. Селедочка, картошечка, сладкий чили с лучком, мясо белого медведя, краюха белого хлеба и кисель. По-простому все и вкусно. Копченые динозавры. Здорово, народ! Сегодня вот так вот опять и снова. Ну, блин, что поделать. Нравится мне жареная картошечка с селедочкой, сальцем. Ух, давайте просто похаваем. Просто вкусно. И с удовольствием. Жареная картошечка. Сало храню в морозилке, чтоб не пропало. У меня шмат пропал, блин. Хороший такой. Грамм 350. Забыл в морозилку положить. Когда я кушаю, я говорю и слушаю. Селедочка вообще. Филе в масле тоже тема. Картошечку сделал вот по-деревенски, молодую. С кожурой. Так мне этот соус понравился, сладкий чили. Слегка острый ништяк. Хочу сказать спасибо за то, что подписываетесь. А я со своей стороны, видите, стараюсь каждый день выпускать видосы. Порой вообще нету ни желания, ни настроения. Я все равно. Потому что стимулирует меня то, что вы подписываетесь, смотрите, ставите лайки, пишите комментарии. Это меня поддерживает. Я выпускаю вкусные видосы. Ну реально, ну вкусные же. Картошечку вот так вот, селедочку, правда вкусно только мне, но у меня задача разыграть аппетит у вас, правда? Несу пользу людям, тишины хочу. Чтобы вы смотрели, у вас поднимался аппетит и тоже кушали, были здоровы. Особенно желаю здоровья людям, кто сейчас болен. Добрый этот шоу у вас там приятного, сегодня. Приятного, смачного. Не знаю. Займи 100 рублей. Займи по-братски. Занимаю, блядь.
Сало с чесночком. Отвлекают меня тут немного, как всегда, но ничего страшного. Ой. Та нафига она диета это нужна? Шо вы как здрасте, заради бога. Взяла селедочки, картошечки нажарила, сальца подрезала с хлебушком, с кисельком. Как вот это все поставила, как села и сиди на своей диете. В основном-то девчонки на диетах сидят. Нам, пацанам, всегда пофигу. Диеты какие-то. Захотел пожрать, пожрал. Зачем вы себя мучаете? Когда можно взять, нажарить картухи и нажраться до отвала? Мощно, вкусно, сочно. Конечно же, всегда найдутся те люди, которые... Водка без водки, дизлайк. Водку надо, стопарик, стопарик. Я офигеваю. Че, я на работе буду стопарик пить? Я вообще не пью, короче. Я бросил. Мне некогда. Работать надо. Никаких ни пятниц, ни суббот, ни праздников. Хватит. Напился. Ничего хорошего от этого нету. И так здоровья нет, еще бухать. Так что берегите себя. Пить надо уметь, я не умею. Так что мой вам совет. Не мучайте вы себя этими диетами. Кушайте, пока можете кушать. Я не говорю, что нужно тоннами жрать, обжираться и на ночь, и все такое. Хотя бы раз в день на обед поешь нормально, пока ты двигаешься. О, а вот это неделями издевательства. Потом слюнями все забрызгивать. Хочу выпить. За здоровье тех, кто сейчас не может себе ничего позволить. Вот, даже ни жареного, ни вареного, ничего. Просто вот так хочется. Желаю вам от души здоровья, чтобы у вас все получилось. Исполнилось то, что вы хотели бы похавать. Ну и вообще, в общем. Вообще, в общем. За вас-то всех. Горячего киселя. Сам варил малиновый. Ой, горячий. Ой, блин, вкус детства. Сделал жиденький. Видите? Но вообще я обожаю, чтобы густой был. Как в детстве. Подождешь, пока подсохнет. И корочка так. И ложкой так. Блин, горячий еще. Ладно, ты горячий, а мы, короче, тогда вот такое желе. Раз уж за желе заговорил. Желе ароматизированное. Скушай баночку желе и ни о чем не сожалей. Вот здесь написано. Снизу, блин, не видно. Нормально, так что ни о чем не сожалей. Не переживайте вы ни за что, все будет нормально. Ой. Во имя восьмерых, побойтесь водки. Вот такое вот
Десертик. Ух ты, прям желе. Открываю холодильник, короче. А там желе трясется. Я говорю, не ссы. Я за яйцами пришел. Прикольный. Вкус персика. Со вкусом огурца. Огурцов. О, как. Так прикольно трясется. Блин, мультик вспоминаю этот Том и Джерри вечно с этими желе. Приколдесно. Ништяк. Кудрявые гвозди. Смутные времена настали. Отвлекитесь чуть-чуть. Посмотрите Юрца. Похавайте со мной с аппетитом. Будьте добры. Потому что зло всегда возвращается злом. И сверху горячего киселя. Адская смесь. Картошечка, селедочка. Сальцо. Замечательно. Сейчас вот-вот. Ага, наелся. Опа. Все. Включайте мне что-нибудь релаксирующее. Я минут 15-20. В общем и целом, спасибо огромное. Спасибо, спасибо, спасибо. Еще раз спасибо. Прям вот мотивируете меня. То, что подписывайтесь. Короче, что-то там случилось, приключилось. Реклама идет. Монетизации мне никто не платит. Уже месяц начался, должны были заплатить. Там накопилась энная сумма. Она висит в каком-то облаке, наверное. Может быть, когда закончится все. Ну, отвечаю на вопрос, кому интересно. Что писать, когда так могу сказать. Не знаю, может и не будут ничего платить. Включили систему Swift. Кто не знает, это система оборота бабла между странами в общих чертах. Так что блогеры, которые топовые, они больше всех будут сейчас пищать. Ва, бабок нету. Хотя им по большому счету пофигу. Они получают от рекламы, от левой, сторонней, от сторонних там компаний. Тащи пофигу. Главное, чтобы аппетит был и вот это все это самое. Ну, вы поняли. В общем и целом. Не болейте, здоровья, все будет хорошо. Не переживайте вы ни за что. Всех обнял, приподнял до хруста, прям на место поставил. Чуть электричка нас не сбила. До новых встреч.